Беларусь уже 17 сентября отметит День народного единства. В прошлом году торжество стало импульсом для объединения. В этом добавили и сохранение исторической правды. 12 числа патриоты Беларуси посетят 118 райцентров, побывают у памятных мест, где установят таблички с QR-кодами, ссылками на достоверные факты. БРСМ отмечает 20-летие. В составе организации каждый пятый молодой белорус. Один из главных проектов – студотряды. Традиция сохранилась со времен комсомола. Всебелорусской стройкой этого года президент объявил хатынь. В мемориальном комплексе трудились не только бойцы из разных регионов, но и ребята из братской России. Белтехосмотр за август выдал почти 96 тысяч допусков к участию в дорожном движении. Показатель выше прошлогоднего на 3,5%. За отсутствие разрешения грозит штраф до 96 рублей. За повторное нарушение в течение года – до 160. Записаться на услугу можно онлайн, оплатить на месте. В Киселевичах по традиции отметят День танкиста. Праздничная программа запланирована на 8 сентября. Торжественная часть начнется в 15 часов. Здесь развернется полевая кухня и тематические зоны. Проведут также патриотическую квест-игру. Завершится торжество в 19:00 фестивалем светящихся шариков. В Бобруйске объявлен набор детей для занятия хоккеем. Принимают как мальчиков, так и девочек от 6 до 8. Ребятам выдается игровая форма и амуниция. Обучение бесплатное. По всем вопросам можно обращаться по номеру 730371, либо по адресу Карбышева, 11.